Нелетная погода, карете не помеха. Вместо коней – лошадиные силы. Анвар Насыбуллин – известный кулибин среди односельчан. Вместо бесплатных автобусов – Чулпанова, сегодня – королевская карета. В такую пургу мы бы даже не смогли дойти до избирательного участка. А мы вот в карете приехали. Спасибо большое Анвару. О таком дворце на колесах Анвар Абы мечтал еще с молодости. Видел в кино. Загорелся и сделал. А свое творение посвятил 40-летию совместной жизни с супругой. Помогали и друзья, и родственники. Потратили на это 3 месяца. Не по-королевски, а по-соседски. На карете сегодня добирались чулпановцы до избирательного участка. Человеку чуточку внимания нужен. Вот это внимание человека очень высоко поднимает. Все мы довольны остались. На избирательном участке номер 2356 было оживленно. Не только чета Насыбуллиных на карете прибывших, но и односельчане. Среди них и участник сражений на Курской дуге Каим Самигуллин. 93-летний аксакал говорит, выборы не пропустил ни разу. Сделать свой выбор – наш долг. Надо сделать осознанный выбор, ведь от президента зависит дальнейшая судьба страны. Сегодняшний день стал для сельчан настоящим праздником с песнями, танцами, горячим чаем. Домой же, вместо такси, они поехали на царской карете. Салават Мухаммадуллин, Светлана Звонарева, Гульназ Хасаншин, Рушан Завялов, ТНВ, Нурлатский район.